Вокруг меня одни бандиты. Это тяжело. Но их так просто одурачить. Все считают меня плохим парнем, потому что я приехал из Германии. Меня повысили в звании из-за акцента. Садись. А теперь, что за задание? Хочу убить Хойта. Шайзе. Постой. Ты же Джейсон Броди, а? Это ты прикончил Васа? Да. Почему ты сразу не сказал? Надо тебя спрятать. Хойт выпустит тебе кишки. Это будет непросто. Ты стал жертвой своего успеха, я? Теперь туземцы нападают на Хойта, а он возводит укрепление. Мы должны уничтожить всю организацию, иначе убивать его нет смысла. Пока Хойт не знает тебя в лицо. Если бы не эти... Кто ты задумал? 999. Хотя я... Точно. Ты должен стать наемником. Не спорь со мной. Это задание для двоих, и ты нужен мне здесь. Начнем с главного. Ты не должен выделяться. А? Украдем униформу. Новобранцев высаживают на берег в порту. Найди одного, забери у него все и избавься от трупа. А после этого свяжись со мной на этой частоте. Никто не должен видеть меня, пока я не сменю форму. Нельзя убивать, а то поднимут тревогу. Нельзя прыгать в воронку. Большой риск. Я должен попасть внутрь. Рукава скроют тату. Сэм, я готов. По документам парня звали Фостер. Как дальше действовать? Будь Фостером. Не забывай быть доверчивым. Ты должен сам поверить в свою ложь. Так, Хойт хочет лично проверить пополнение. Всем построиться в шеренгу. Проверки тость. Чиз, эй! Давай, иди, следующий. Все. Давай, чего давай, я проходи. Эти гроши? Вот эти вот. Ты все? Все, дальше. Ты чист, Фостер. Пс. Хочешь рубить бабла? А нахрена я тогда приехал? Местный заправила вас, недавно приставился. Жив, не помешал. Его империя осталась без присмотра. Его парни пользуются моментом. А мы почему нет? Как же Хойт? У Хойта полно своих проблем. Ему не до этого. А еда может протухнуть, если ее не съесть, верно? Прям в точку. Хоть платят стабильно. Ладно, иди послушай речь. Эй, проболтаешься о нашем разговоре. Считай, ты труп. А, мои румяные новобранцы! Врать не буду! Мы все здесь ради бабла. Но просыпаясь утром, я думаю, счастливы ли мои люди? Мой отец, земля ему пухом, был шахтером. Каждый день он вставал на рассвете, выкуривал сигарету и отправлялся под землю. Для этого чудесного... чудесного человека компания была богом. Я сохранил это отношение к моему скромному бизнесу. Отправлю деньги домой. И я ожидаю от вас того же. Итак, в компании есть три главных правила. Первое. Беречь мой товар. Вы можете их трахать, но нежно. Второе. Убивать любого туземца. И, наконец... всю прибыль отдавать мне. Я все понимаю.
Но если вы нарушите одно из этих правил... уничтожить труд моей жизни, мою гордость и отраду. Покажем им, что такое бизнес. Да, совсем забыл. 3 месяца. Личный остров. За голову Джейсона Броди. Если узнаешь, что... Сэм, я выкрутился. Теперь ты можешь затеряться среди наемников. Но они не должны засечь тебя за чем-нибудь подозрительным. Вроде убийства, поджога или чего-то в этом роде. Обмани их, Джейсон. Один из людей Хойта сделал мне предложение. Несколько предателей хотят обокрасть Хойта. Я думаю, убить их, чтобы Хойт мне доверял. Ну да, дрезденский трюк. Хороший план. Быстрее было бы убить Джейсона Броди, но это нам не подходит, я? Я наблюдал за предателями изнутри. Ими руководят 3 капитана. У одного из них должен быть список, в котором все члены банды. Убей их, забери список, и я шепну Хойту, что ты отличный солдат. Где их база? В старом храме. Я дам тебе координаты.